Центр обеспеченного дорожного руху для самых маленьких створить у каждом районе столицы. Зараз такие установы працуют у московским и фрунзенским районах. Наставники и супрацовники ДАИ у доступной в гульнявой форме с допомогой сучасных технологий рассказывают не только про правила дорожного руху, а так само разом моделируют экстремальные ситуации и шукают выйти из них. Скажем, ребенок один дома, начался пожар, да, что ему делать? Или незнакомые пытаются проникнуть в квартиру. Ярким примером вот организации такой комплексной работы можем считать работу Центра безопасного детства, который осуществляется во дворце детей и молодежи. Наиболее эффективная форма доведения до детей правил безопасного поведения на дорогах – это игровые именно формы, когда равный обучает равного, то есть когда сами дети, более взрослые, обучают малышей. И поэтому мы всегда пропагандируем игровые формы. Дарэчы, напередадні летніх канікул супрацоўнікі ДАІ праводзяць шэраг тэматычных прафілактычных акцый. Акрамя таго, вадзіцеляў заклікаюць уключаць блізкае святло фар падчас руху.